Лето в самом разгаре, а в деревне Маврино в разгаре еще и дорожные работы. Только любовь к безопасным и качественным дорогам могла привести нас в 30-градусную жару в деревню Маврино, где начался капитальный ремонт моста через реку Дубенка. На первый взгляд, объект дорожной инфраструктуры может показаться небольшим, но, как известно, внешность бывает обманчива. Главный эксперт управления по дорожному хозяйству, транспорту и связи администрации округа Никита Рожков рассказал, что здесь будет. Никита, мы сейчас идем по старому мосту. Видно, что он уже требует ремонта, находится в аварийном состоянии. Расскажите, каким будет новый объект? Ну, старый мост разберут, будет новый мост из каркасного типа. Труба будет большего диаметра, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций во время таяния снега и паводков. Прежде чем заменить существующую водопропускную трубу и покрытие моста, предстоит сделать немало. С начала июня на объекте ведутся геодезические разбивочные работы. Работы по ремонту моста начали в июне. Сейчас сооружен временный объездной путь для жителей, так как это единственный подъезд в деревню. Далее будет ремонт основного моста. В рамках основного ремонта для пешеходов обустроят тротуар, а для безопасности всех участников дорожного движения смонтируют ограждения. Жители очень рады началу долгожданных работ. Мы жители Маврино, нам очень нужен мост, и мы группа поддержки. Да. Хотим, чтобы был, да, у нас хотим. Мост. Хотим, чтобы деревня был у нас не мост. Старый, деревня. А новый. Мы знаем, что на новом мосту будет ограждение, и это классно, потому что когда иногда вечером едешь, можно свалиться. На старом мосту нет ограждения. Ну а мы, доехав до Маврино и пообщавшись с местными жителями, наконец-то развеяли для себя сомнения в правильности произношения названия реки. Запоминаем и говорим правильно. Дубенка. Речка исконно лесная, от этого и ее название. Виктория Мельник, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.